Очередное заседание администрации Старополя стало часом подведения предварительных итогов и вручения наград. За текущий год краевой столице есть чем похвастаться. Город получил звание самого зеленого, а по итогам рейтинга территориального планирования «Урбаника» уровень жизни в Старополе признан одним из самых высоких в стране. Под град наград сегодня попали те горожане, кто ежедневно трудится на благо Старополя и прославляет его на международной арене. Среди них студенты, активисты, руководители лучших школ страны и даже чемпион мира по самбо. Сегодня мы пригласили и спортсменов, и студентов, и просто выдающихся горожан для того, чтобы отметить их вклад в развитие города Ставропольского края, в определении повышения их статусности, да и в общем-то, чтобы, наверное, просто высказать слова благодарности за эту активную позицию, которую наши горожане занимают. Власти вручили гостям награды от имени администрации, городской думы и Государственной думы Российской Федерации. Марк Ветлицкий, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».